Там Меркель Дач читал, который раз. Я еще был Акшалыч, читал программу «Налога в Куджаре» больше 2000 раз по всей стране исполнил. Чувство собственного достоинства. Вот загадочный инструмент. Созидается он столетиями, а утрачивается в момент. Под бомбежку, или под гармошку, или под красивую болтовню. Иссушается, разрушается, сокрушается на корню. Чувство собственного достоинства. Вот таинственная стезя, на которой разбиться запросто, но с которой свернуть нельзя, потому что без промедления, вдохновенный, чистый, живой, растворится в прах, превратится в человеческий облик твой. Чувство собственного достоинства. Это просто портрет любви. Я люблю вас, мои товарищи. Боль и нежность моей крови. Чтоб там холод и тьма не пророчили, кроме этого ничего не придумал человечество для спасения своего. Булат Акуджанов.